Ислам, здравствуйте, всем привет. Итак, хочу сделать верблюда, другана именно для жирафа, чтобы комплект какой-то был, оба их, чтобы, ну, как для мультфильма, для каких-то там анимаций, чтобы использовать. И первого персонажа, значит, жирафа делал я в скульптуре с Альфа 6, а этого хочу сделать верблюда именно здесь вот, в ZBrush. Так, тут какой вот способ есть. Выбираем, допустим, куб. Вытаскиваем куб. Edit Mesh Polymesh. Делаем кубу DynaMesh. Ну, самый простой такой вариант. Так, DynaMesh. Можно еще использовать там бокс, чтобы, ну, делать вот эти все модельки. Ну, не суть вопроса. Давайте посмотрим, как можно сделать, ну, вот с этого куба сделать, короче. Так, Ctrl и рисуем нашего персонажа, допустим. Вот. Рисуем. Так, это у него. Можно взять просто референс какой-нибудь. И вот таким вот образом. Вот так. Здесь чуть-чуть, значит, уменьшаем. Сзади чуть-чуть добавляем. Горб чуть побольше. Ну, потом все это долепится. Так, теперь делаем Ctrl-I. И вытягиваем нашу вот эту штукенцию. Так, делаем всему этому DynaMesh. Так, теперь это все дело включаем в фур. Вытягиваем вот сюда, значит, на это, вот, на ориентир по осям. Ну и просто сделаем Mirror and Well. Все. Теперь сделаем DynaMesh. Склеим все это дело. И вот у нас получилось заготовка для верблюда. Это вот задние конечности будет. Тут чуть-чуть сейчас нужно будет поотделять. Ну, вот такая вот болваночка. Так, тут уже лапы пойдут. Доработка, лепка. Теперь выбираем кисточку. Значит, CurveTube. И вытягиваем ее вот так вот. Уменьшаем размер кисти, нажимаем на курву и делаем шею такую, какую нам нужно. Да? Так, на mesh нажимаем левой кнопкой мыши, убираем все это дело. И уже подставляем к нашему персонажу. Это будет шея, значит, нашего верблюда. Так, чуть-чуть повыше ее поднимем. Также можно и лапы делать, рисовать. Теперь выбираем. Ну, здесь можно все это объединить. Сделать опять же DynaMesh склейку. Выбираем append, выбираем сферу. Alt, левая кнопка мыши на сферу. Уменьшаем вот эту вот заготовку. Подтягиваем еще прям поменьше. И вытягиваем вперед. Все это будем делать голову. Так. Так, 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 так. Флур можно отключить. Так, теперь можно замаскировать, значит, через Alt выбрать вот эту штуку, замаскировать вот эту часть. Тело, Ctrl-I, используя Alt, левая кнопка мыши, можно перетаскивать, значит, гизму, вот эту штукенцию можно вот уже делать, значит, лапы. Ctrl-Z, не есть это хорошо. Короче, вот такой вот получается гемор. Выбираем кисточку Clay Build Up.
Brush, Automasking, Bug Face Mask. И через Alt, Ctrl Z на двоечку ставим. И через Alt все это дело вот так. Так, пролепливаем, добавляем какие-то детали. Так, здесь будет плечевой пояс. Здесь потом можно разрезать или вот тут так вот сделать. Побольше даже раз так. Ctrl-I. Так, это отмена Ctrl-U. Так, вот Ctrl-Alt. Очистим то, что не нужно убирать. Делаем Ctrl-I. Ну, можно вминать кисточкой Morphology, допустим. Вот. Раз так вдавить, потом сделать Dynamesh. Сетка поправится и будет уже заготовка двух ног. Вот раз. И прошла склейка. Все, теперь мы это пролепливаем. Делаем Modify Topology Mirror and Well, чтобы ровнее все было. И к симметрию включаем. И по симметрии уже можно работать. Так. Значит, можно добавлять примитивы сюда, а потом все это дело объединять. Или вот как с культой с альфа 6 накидываем массу. Morph Topology. Так, эту часть назад, эту чуть-чуть вперед. Нога уходит в эту сторону. Здесь еще чуть-чуть, значит, живот приподнимаем. Так, здесь опускаем. Грудная клетка должна немножко все равно присутствовать по живот. Так, верблюд. Вот эта штука. Горб должен быть поменьше. Тут все сейчас дооформим. В том выгладим. Так. Кисточка стандарт. Рисуем еще вот эту штуку. Поправляем сетку. Morph Topology. Вытягиваем лапу. Шрифтом выглаживаем, компонуем. Все это потом долепится, подрежется. Ну и здесь тоже так же. Значит, Ctrl, Ctrl-I. Так, это вперед уходит. Чуть-чуть скайл поменьше. Снимаем маску. Так, где-то тут выглаживаем. Делаем Dynamesh. Поменяли чуть-чуть сетку. Так, здесь вот такая же песня получается. Ctrl-I. Morph Topology. Побольше кисточку убираем. Morph Topology разводим, значит, стороны нашей лапы вот эти. Снимаем маску и делаем Dynamesh. Так, теперь лапы можно вот просто тянуть, потом массу им просто дать и все. Так. Делаем Mirror and Well. Вот такая заготовка получилась.
Так, добавляем сразу ему вот эти лапы. Помощнее так. Так, теперь сделаем ему наметку глаз. Clay Build Up. Срезать где-то тут, прибрать. Накидываем морду, накидываем нижнюю челюсть, прям побольше вот так лямбу. Убираем твел. Мов тополоджи. Иксиметрия. Вытягиваем. Уплотняем. Подтягиваем, вверх чайник чуть-чуть приподнимаем. Ну и снизу вот здесь вот тоже. Так, нижнюю вот эту челюсть там побольше делаем. Ну и сделаем всему этому делу DynaMesh, чтобы сетка подправилась. Так, это значит все выглаживаем. И вот после, как вот эта болванка, значит, сделана, здесь уже пошел скульпт. Так, здесь верхняя губа. Вот так прям выпирать будет. Через Alt. Компонуем, делаем форму. Так, здесь глаз намечаем. Так, опять же нижнюю челюсть, вот эту скулу оформляем. Так, это что у нас тут? Ага. Все выглаживаем, вид сверху, делаем морду немножко потоньше, вот с этой части. Оп. Ну вот уже наметка есть. Переключаемся на тело. И теперь тут тоже через Alt оформить горб. Перейти, где будет вот эти вот, значит, передние суставы. Здесь чуть-чуть грудину добавить. Как он без грудины, правильно? Ну да. Так. Здесь уже ребра поперли. Живот через Alt. Где-то можно уже здесь потоньше сделать к тазу. Здесь вот ноги поднаметить. Прям чтобы видно было, что это вот это вот голеня. Вот так все выглядеть. Ну, в принципе, что? Перекрутить чуть-чуть надо персонажа. Чуть-чуть его подогнать. Подкорректировать. Выбираем длину лап.
Так, вот эти части хочу перекрутить. Ctrl-I. Итак, получается пока вот такая заготовка. Добавляем append, добавляем сферы. Это будут у нас, значит, вот эти части, чтобы массу не накладывать. Так, подгоняем. Так, и чуть-чуть сплюснем. Теперь Ctrl, левая кнопка мыши, перетаскиваем назад. Вот эти блины, ну, на эту сторону уже не надо. Вот сейчас они вот эти, когда пролепятся части, тогда и отзеркалить можно будет. Вот так вот. Так, ну и с этой тоже поднимаем, втягиваем, вытягиваем, компонуем, вот эту вот болванку создаем полностью. Так, раз, тут чуть поменьше, тут чуть побольше. Вот. Ну и делаем mirror. Теперь что нам нужно сделать? Нужно добавить ему уши, хвост и уже потом заниматься коленями, какими-нибудь, ну, деталями. Так, это вот. Ну, опять же, ноги, чтобы все были похудее. Так вот, шея к голове тоже чуть потоньше, чтобы подходила. Вот так. Ну, хвост как делать, это уже понятно. Или, значит, добавляем примитив, или используем кисточку. Ну, вот опять же, можно симметрию пока отключить. Ну, вот таким вот образом. Раз. И уменьшить. На мышь нажать. Мофтоподжи. Так, это перекрутить. Ну и чуть-чуть. Вот так вот выгладить. Ну, где-то поднатянуть.
Вот так вот. Так, уши. Так, здесь уже можно или самому лепить. Кстати, в ZBrush я показывал, что можно многое добавлять уже, ну, кисточек много. Допустим, кисточки ушей есть. Раз, append. Там. Ну, можно взять с какого-нибудь персонажа. Там вот единственное, что вопрос есть. Кисточки, которые именно, как сказать, лицензионные, что ли. Наверное, их нельзя показывать. Не буду показывать. Так. Так, накидываем, значит, ухо. Мофт топоуджер. Ну, в принципе, все лепится, как и скульптис альфа 6. Вот сейчас уши чуть-чуть. Плюс чуть-чуть приподнять, допустим, где они там должны. Вот так. Глаз чуть-чуть в бок отвести, ухо чуть назад. Тут уже пролепится, отобьется, отделится. Вот так. Раз. Уши побольше, наверное, ему нужно сделать, чтобы поприкольнее был. Так, это чайник чуть-чуть попроще. Во. Вот теперь на верблюда похож. Так, переключаемся. Можно кисточку стандарт взять. И через Alt раз там вминаем. Так. Через Alt передвигаем глаз на другое место. Здесь уже накидываем массу. Так. Через Alt сделаем ему отделение вот этих ушей. Так, теперь мы play build up. Чайник наметим. Так, здесь все выгладим, подгладим. Мог топоджи чуть-чуть растянем голову вот в эту часть, и значит бровные дуги вот эти вот приподнимем. Здесь потом будут глаза, что еще тут, челюсти. Так, ну вот эту челюсть можно, да, потоньше и пониже. Так. Угу. Чтобы вот этот переход в шею был, ну, одинаковый, что ли. Вот. Добавляем нос кисточкой стандарт. Так, раз. Так, ноздри у него побольше, и вот эта губа тоже здесь должна присутствовать. Вот эта кромка. Ну и здесь тоже губу побольше. Такая,
О, да, с прикусом таким ядреным, чтобы он был. Перец побольше. Ну вот. Так, верхнюю часть можно поменьше. Скулы тоже чуть-чуть побольше добавим. В чем без щек-то? Так, чайник плоский. Веки убираем. Уши делаем ровные под анимацию, под кости. Нижняя часть чуть побольше пусть будет. Так. Ну вот так вот. Теперь нужно будет пролепить вот эту часть, отделить вот эту челюсть, ставить зубы, уши докорректировать. Так, здесь вот этот, наверное, перебор чуть-чуть с этой штукой. Так. Ну, здесь вот побольше на глотку, чтобы уходило. Так, тут добавляется кисточка на хвост. Долепливаем вот эти вот чашечки коленные. Так, здесь вот. Как исправить, допустим, вот здесь сильная тонкая нога. Можно вот кисточкой с двух сторон вот здесь уже сделать ее потолще, да? Так, с разных сторон проходить. Ну, можно надувать лимфатом. Сейчас покажу. Допустим, вот вы замаскировали нужную вам часть тонкую, Ctrl-I, заходите в деформацию, находите инфлат и просто тупо надуваете, а потом выглаживаете. Правду сказал. Так, и вот эти части, вот эта часть, чтобы была поднадутая. Так, это как бы уходит назад. Так, о чем мне симметрия отключилась, что ли? Ну и опять же через Alt потихоньку где-то что-то. Так вот, здесь вот горб можно чуть-чуть вот прям поотбить. Так, здесь вот делаем плечо, как у верблюда, у жирафа. Вот и на шее уход. Здесь вот такая штукенция. Так, здесь через Alt выделяем, чтобы было видно, что здесь будет именно вот такая лапа мультяшная. Потом здесь колено, тут переход, где-то шифтом, чтобы потом, когда будут лапы двигаться, чтобы не ломалось, нигде ничего не тянулось, и дополнительных костей не надо было вставлять. Так, здесь потоньше. Так. И вот так вот сидим. И ловим вот эту всю форму. Так вот, позвоночник. Все здесь нормально. Здесь можно еще чуть-чуть, значит, поприбрать. Потом чуть-чуть поднакидать горбу. Переходик сделать. Вот так вот. Ну, определила, что здесь шея, да? Вот эта часть. Так, шею чуть-чуть здесь возможно сделать потолще на стыке. Кости поровнее.
чтобы кости были ровные и определены были места для сгиба. Вот, допустим, раз вот здесь и потоньше. Так, здесь тоже лапы, чтобы небольшие были. Зазор между задней частью. Так, здесь задняя часть можно чуть-чуть ее прямо округлить. Так, хвост. Ctrl-Z. Докидываем на хвост массы. Вот этот переход тоже делаем, чтобы потолще был. Вот, тут вот так. Крестец. Вот. Ну, в принципе, все. Осталось теперь доработать уши, подкорректировать еще форму. И будет прикольный верблюд. Даже лапы можно еще побольше сделать. И будет вот такой вот персонаж. Типа дракона похож, да? Ну, вот такая вот болванка. Вот такой будет персонаж. Ну, а там уже детали. Я думаю, показывать, как все это дело делается. Вы уже в курсе, что... Найти нужно рефы какие-нибудь. Вот, чуть-чуть шею поменьше можно. Тут уже по обстановке просто сидите, смотрите на своего персонажа, допустим. И уже можно его тут корректировать. Где-то больше поставить. Вот раз плечевой сустав вперед чуть подвинуть, чтобы он, ну, как бы... симметричный, что ли, был, да? Здесь вот побольше вот эту душу можно опустить, где ребра. Вот, уже он будет прикольный. Здесь поднадуть можно. И за вот эти лапы вывести суставы в бок. Ну, все выгладить, конечно. Здесь вот побольше поднадуть. Так. Ну вот. Вот так, ага. Тут еще пониже можно. Ну и лапы можно подлиннее сделать, тогда он будет прикольнее, допустим. Так вот, на этот переход. Опустим это вниз, делаем. Если сейчас сделаем побольше лапы, он будет смотреться, думаю, прикольнее. Так, Ctrl-I, Move, Alt. Вот, уже он с длинными, ну как, лапами, уже он там еще лучше выглядеть стал. А, тут у него грудина, копыта добавить, отделить челюсть. Добавить кисточку на хвост. Раскраска и все. Персонаж готов. Все, всем пока, до свидания. В следующем ролике доделаю. Ну как, показывать не буду, как доделаю. И кости вставим. Тоже посмотрим, как он будет бегать. Может, анимацию какую-нибудь замутить им. Обоим. Так вот. Во. Уже поровнее и пониже вот эту опустить. Часть. Колено. Во. Вот теперь он будет смотреться лучше.
Здесь чуть-чуть тоже корректировочки, где-то поднадуть. И будет зашибись.